Сначала прям рывочком он джух вверх, и все, он отлично, прям ровненько уходит. Вот не хочу я на ППО уходить, знаю, что надо. Ну, голова проще. Деталек-то нет у вертолета. Вес меньше у вертолета, и перебирать его в три раза быстрее. Ну да. Но мне так с настройками. Я вот другим настраиваю, а себе, блин, не знаю. Ну, уже заказал, что-то буду учиться. Потому что ХБЛ сложнее? Не, на нем проще. Я так просто пока пробую на нем. У тебя... Хорошо он летает. То есть ты ничего не пожалел, да? Нормально снимается, да? Да. Это новая батарейка или старая? Ну как старая, и уже хорошо держится, да? Вообще я и говорю, я удивляюсь, что-то у других болтает, а этот держится. Не понимаю почему, но. И собран он из говна конкретного, но. Потому что все нормально кончилось. Чудеса, да и только, но. Ну, не говори. Я так просто вешу пока. Боже, как ты, ну, пока просто думаешь. Так потихонечку летает, да, он. Не, можно переключить, что он очень резкий станет. Для Саныча настройки вот на этом переключателе находится. А, да, да. Хочешь, могу включить. Не надо. На месте кувыркаться будет. Это получится сайдлом, да, сразу? Ну. Так, ну хорошо у тебя летит, да? Да. Боится, да? Ну да, я удивляюсь сам. Ветер-то дует, извиняюсь, холод уже.